Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Fight Night 4. Серия настолько хорошо зарекомендовала себя у игроков, что самые высокие оценки были выставлены ей уже авансом. А самое интересное, что нового появилось тут со времен блестящей третьей части. Давайте посмотрим. Изменения заметны невооруженным глазом. Начну с того, что изменилось управление. По-другому бьются не только мощные хеймейкеры, но и хуки. Привыкнуть к этому непросто. Еще сложнее привыкнуть к тому, что игра стала больше похожа на настоящий бокс, более вязкий, более контактный. Например, Рики Хаттон, грязный боец, постоянно толкается, норовит ударить головой и старается перевести бокс в изнурительную борьбу. Раньше такого не было. Итак, главная новость – повышенный реализм поединков. Теперь учитываются не только индивидуальные умения бойцов, но также рост и длина рук. Появилась возможность нокаутировать противника с одного мощного удара. Все это только подчеркивает индивидуальные особенности спортсменов, среди которых почти весь цвет мирового бокса – Пакьяо, Хаттон, Делахоя, Мейвезер, Холлифилд и многие другие. Впервые в серии появились такие легенды бокса, как Майк Тайсон и Ленокс Льюис. Но самое интересное – это все-таки режим карьеры. Вы создаете своего боксера, задаете внешность, рост, вес и определяете бойцовские навыки. Затем отправляетесь в тренажерный зал, где будете постепенно эти навыки повышать. Со временем ваш боксер уйдет из любителей в профессионалы и сразится за чемпионский пояс. Получается своеобразная ролевая игра, фантастически увлекательная и азартная. Обратите внимание на новую систему, которая распределяет очки в паузах между раундами. Игра учитывает, насколько активно и точно вы сражались в течение раунда, после чего выдает вам определенное количество баллов. Их можно тратить на восстановление от травм или восполнение запасов энергии. Хорошая вещь. Таким образом поощряются не те, кто бессмысленно месит воздух, а те, кто лучше защищается и эффективнее атакует. Конечно, настоящие знатоки бокса обнаружат в игре много неточностей и условностей. Но давайте будем справедливы. Никто из нас не захочет выйти на ринг против Майка Тайсона, чтобы узнать, каков его удар на самом деле. Fight Night 4 настолько близок к настоящему боксу, насколько это возможно в компьютерной игре. Здесь феноменальная графика, хорошая игровая механика и достаточно опций, чтобы удержать вас надолго. Для поклонников бокса и спортивных поединков – игра номер один. Не пропустите.